В Чувашии активно ведутся работы по подкормке яровых. На данный момент в республике уже внесены удобрения на площади более 10 тысяч гектаров. На одном из предприятий Цивильского района вовсю идет подкормка яровой пшеницы. Пшеница элитного сорта «Йолдыз» на этом поле занимает более 200 гектаров. Это только ранние посевы. Ранние посевы уже начали вступают в фазу кущения и пора подкармливать. Мы на сегодня подкармливаем сульфанитратом, аммония. Урожай планируем не ниже 40 центнеров за гектара. Всего подкормка яровых в филиале занимает 4 агрегата. На каждом по 3 специалиста. Механизатор, водитель и сеельщик. Александр Григорьев, механизатор, почти с 40-летним стажем. С детства начал работать в сельском хозяйстве. В летние дни с утра и до вечера, до ночи работаем в поле. А зимой готовим технику на весенние полевые работы. На сегодня предприятие приобрело более 1300 тонн минеральных удобрений для подкормки яровых. Пока обработано 850 гектаров. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.